сорт острого перца Хабанера Майя Ред. Хабанера Майя Красный. Такой вот перчик красного цвета, вытянутый. Он чем-то похож на аджи. Верхней части, если посмотреть. Видите, верхушка у него такая же, как и у аджи. Острота вот такого перчика от 200 до 300 тысяч скобелей. Высота куста может быть от 50 до 70 сантиметров. Срок созревания у него 90 дней. Это не поздний сорт. Вот у меня было здесь 18 перчиков. Я их потихонечку снимал. И вот осталось еще немножко. Оставил вам для того, чтобы показать, как он выглядит на кусту. Стручки продолговатые. Длиной от 5 до 7 сантиметров. И 4 сантиметра в диаметре где-то. Плоды имеют ярко выраженный фруктовый цитрусовый вкус. И созревают они от зеленого цвета до красного. Этот перчик многолетний. Это очень плодовитый сорт. Родом он из Гватемалы. Я советую всем выращивать такой перец. Что интересно, он неприхотливый. И может свободно расти у вас дома в цветочном горшке. В цветочном горшке он будет где-то в пределах 40-50 сантиметров в высоту. Если будете выращивать его у себя на подоконнике, высота куста не будет превышать 40 до 50 сантиметров. Очень вкусный и очень ароматный перец. Так что, ребят, советую всем. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.